прошлом туре Боруссия благодаря дублю Пако Алькасера обыграла, оставила много эмоций, сил в том матче Бавария. Причем по ходу той встречи отсутствует сегодня лучший бомбардир. Главный арбитр. Опытнейший, авторитетный Дортмунда. Он не играл с Вольфсбургом. Остановился после травмы. Да, без игровой практики в последнее время, но Фавр бросает его в бой. Ну и Левандовский с первых минут. Главная потеря, пожалуй, для Баварии. Продолжу о составе хозяев. Тьяго у мяча. Подача опасна. Для него 200-м Бавария. Смотрите, как в прессинге мяч отбирает. Левандовский вышел к воротам. Нет пенальти, считает Мануэль Графе. Но мы знаем, что в Германии есть система ВАР. И этот эпизод сейчас наверняка разберут и посмотрят. Ника Ковач, главный тренер Баварии. Помощники Мануэля Грефе, Гвидо Клёве и Маркус Син. Резервный судья. Доброс на линию штрафной. Мюллер пропустил этот мяч. Проблемы сопернику. Рой штрафной простреливает. Удар. Санчо. Штанга. Это Момо Дау. Ничья и победа. Вот, пожалуйста, Ройс. Прострел. Удар Момо Дауда. Оман. Очень резкий и быстрый игрок. Он единственный. Ну, после этой атаки продолжил удар Левандовского мяч. Тьяго. Подача 1-0. Мац Хуммель забивает на 10-й минуте. Это второй угловой Баварии в матче. Снова с левого фланга подача. И снова Тьяго находит штрафной голову Маца Хуммельса. Не учатся на собственных ошибках футболисты Дортмунда. Вот такой же эпизод случился в самом начале матча. На какой-то второй, по-моему, минуте. Тогда просто Хуммельс по воротам не попал. 45 лет Роберту Ковачу исполняется. Вот к нам примять. Вищику приходится тяжело. Коман накрутил его здесь. Коман пробьет. Но не тот. Дает с правого фланга Кимих. Вицель своей шевелюрой мяч в воздухе снимает. А Бавария уже укрепляет состав к следующему сезону. Бенджамин Павар будет играть за мюнхенский клуб. Левандовский. Что происходит? Ворота пустые. 2-0 Бавария. Роберт Левандовский. Его 200-й гол. Бундеслиге. Да. Глупейшая ошибка обороны Дортмунда. Преимущество у мяча. Отдача или такой удар Бюрки. Еще момент. Мюллер пробивал из-под перекладины и достал мяч Бюрки. Но Куман может один на один соперника обыграть. Простреливает. Еще. Ну, Левандовский молодец. Не выключился из борьбы. Разыгрывает свою Бавария на левом фланге. Мюллер сыграл на лобу. Обратная передача. Мюллер. Гнабри направил в Мюнхене. Потом добавил. Но сегодня это мало кого интересует. Момент хороший. У Дортмунда возникает удар. Открывает мяч Бавария. Преимущество на левом фланге. Все время оттуда приходит момент. И в итоге Ройс перешел в Дортмунд. Подача. Кимех. Марко Ройс. Справа открывается штрафной Санчо. Пас в одно касание. С мнением шестокритиков не согласен. Подачи опять бьет по воротам Мац Хуммельс. Потелись. Снова Бавария в атаке. Левандовский. Бюрке. Ну, здесь швейцарец совершил конечно же Ройс. Пищек. Подача. Делейни. Он хорошо играет голову. И кто первый на мяче? Алаба.
Нужно делать пас на Комана, но не получилось. На чужой половине поля Диало делает пас на Санчо. Его встречает Йозе Кимих. Быстрые атаки Боруссии еще в зародыше. В том числе и такие подкаты. Команда не показывает стабильно на протяжении. И при переходе из обороны в атаку тоже серьезные проблемы вообще. Мюллер! Добивание! Левандовский бьет! Еще удар! 3-0! 3-0! Хави Мартинес! Что происходит? Где настоящая Боруссия? Осталось в раздевалке, наверное. Это Боруссия. Увидел справа. Включение Мюллера. Подача Гнабри. 4-0. 43-я минута. Серж Гнабри. Да. Кто сегодня еще не забивал у Баварии? По-моему, уже половина игроков. Ну ладно, я преувеличиваю. Но это кошмар для Боруссии, и это настоящий праздник для Баварии. Возможно, лучший тайм, который пока слева играет ближе к атаке, справа Джейден Санчо, Марко Руис. Вайгель играет в клубе справа. А в сборной на позиции опорного полузащитника регулярно его используют. С Ливерпулем ничья, поражение. С Аяксом. Гнабри, как же легко, вы видите? Как же легко он ушел в мою команду в борьбе за чемпионство. Подача. И опять. Вот сколько... Пока, по крайней мере, гладко. Чите, Бавария... На защите Баварии нужно... Ох, передача какая интересная. Алаба простреливает. Прыгал за... Грубый подкат. Центральный полузащитник футболиста Баварии. Кимех. Мюллер. А сколько ударов нанес Мац Хумельс по воротам Бюрки? Ну, 4 или 5. Гёдзе в составе Баварии тогда... Сейчас он выйдет на поле в форме Боруссии. Гнабри. Прогодний здесь на Альянс Арене. 6-0 я уже вам называл. Мельс. Так, сыграл на Кумана. А тот ходил. Неужели уйдет от Кумана? Уходит Пищик. Навешивает штрафную. Марио Гёдзе. Алгерейров. Момент хороший мог возникнуть. Задняя поверхность бедра. Разгромил Дортмунд 6-0. И вот мяча направо. Нет, это слишком высоко. Сдерживается. В обороне Кингсли Комана. Во избежание травмы. Впереди еще... 6 туров. Сделал пару шагов назад. Мюллер. Всей командой защищается. Обороняет. Счет 0-4, скажем так. Вот сегодня король стандартных положений. Гнабри. Удар. Первый гол команды, да, у Хумельса всего один. Подача. И будет бить. Дэвид Алаба нет. Высоко. Кимих. Подача на ближнюю. Там Ройс. И смотрите, выигрывает борьбу за мяч. Рибери штрафной. Ошибка Горецко.
арену, два последних для Дортмунда и 0-10 на табло суммарно. Катастрофа, Левандовский. Ох, момент хороший, 5-0. Гнабри делает голевую передачу, Левандовский забивает. Дубль оформляет тем самым. 201 гол Левандовского в Бундеслиге вообще, ну и в этом сезоне 21-й. 5-0. Еще один, и Бавария повторит результат прошлого сезона. Победу над Дортмундом